Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я вообще завалил лобби. Показать вам вид из лобби отеля. Готовы? Только прям задержите дыхание. На счет три. Три, два, один. И на мой рот. Распаковка. Поехали. Вход. Пошли, пирожок, пошли. Так, заходим. Раз. Это уже начало номера, если что, прикиньте. Это уже номер. Здесь уже пьется вино. Охуеть. Ага, только начали. Смотрите. Свой басик с лежаками. И вот такой вид на морька. Свой басик в номере. Вот это гостиная, поняли, да? Здесь можно пользоваться, ну, всем чем угодно. Не закрывается. Дальше. Кухонька. Смотрите. Раз. Снеки. Кофемашина. Мини-бар. Все бесплатно, естественно, да? Микроволновка. Ага, я же часто буду для детей пользоваться. Пошли дальше. Сама комната. Их две, поняли, да? Одна вот в той стороне. Там будет сестра с дочкой. С ее. И здесь вот вторая. Здесь будем мы. Ну, это подзы. Посмотрите. Посмотрите на это. Это что-то какое-то. На каком-то насильно богатом. Вот он я, и сексуальный мазик, малышка. Так, тут лянь. Лянь, унитаз, юхан. Сидишь живой уголок, срёшь в джунглях, блядь. Это вообще пиздец. Дальше что? Есть душ закрытый, поняли, да, вот здесь. А есть душ... Где он, сука? Открытый, на улице прям, блядь. В джунглях купаешься. Ёб твою мать, Ирина. Так, закрыть. Ну и, естественно, сантехник. Блядь, блядь. Вообще, что-то на очень дорогом. Тут что? Халаты. Сейчас надену халат, буду лежать. Огурчики на глаза, блядь. Ванна. Ну, это пиздец. Плазма. Ну, естественно, телевизор, звуковая система. Кепочка в подарок, прикиньте. Охуеть, как раз мне ж не хватало кепочки. Свежие фруктики на столе. О, с кайфом. И здесь выходим. Открываем. Сука, открываем. Вот. Пизда. Пизда. Участвуй в конкурсе Grand Mobile и получи шанс выиграть один из 50 многочисленных призов. Последние смартфоны от Apple и Asus, беспроводные наушники, умные колонки, зарядные станции, пауэрбанки и куча других ценных гаджетов. Регистрируйся в игре и побеждай! Дарас! Дарасина! Так, теперь подъехали оправдания, почему так мало видосов и где я пропал. Ну, во-первых, у меня момент воссоединения с семьей некоторый. И очень трепетный для меня, очень хочу с ними побыть, наобщаться вдоволь. Это первое. Второе, когда я сидел из дома, смотрел сторисы всяких блогеров, которые отдыхают, знаешь, вот это чилят, я думал, что они гондоны ебучие, и пусть они в этом море и останутся. Поэтому лишний раз просто не хочу вас злить и провоцировать. Давайте сделаем вид, что я не на отдыхе, а где-то там, не знаю, ну, блядь, сижу. Я в поле картоху копаю, он, блядь. Ну да. Так вам легче становится или нихуя не легче? Прикольно, приехали ребятки проведать меня. Просто знакомые. Ну, фан-группа, знаете, моя, я ж охуевший. И подарил мне типа рогатку, прикиньте. Лучше, блядь, свою раздвинул, а подарил рогатку. Классические ребра, барбекю. Стейк из тунца. Том-ям. Коктейльчик красивый. Стейк из лося. Это все нам. А ребенку вот, держи. Рис, это тебе кушать. К Полине, к Лакшери Йол, едем в гости. Собрался, все село собралось, весь Таиланд. Мы застряли вот на машине нахуй. Проехать не можем. А вообще все нормально у нас. Таиланд охуительный, гуляем. Ребятки, всем привет, скоро у нас начнется крим-слаш. Сай, ты любишь пельмени же? Да, ебать. А вареником как относишься? Вареники вообще люблю. Хочешь, покажу тебе свой вареник? Давай. Ебаный рот. Звуки слышите? Мы приехали в парк птиц, прикиньте.
Сейчас будет распаковка каждого петуха. Какая красивая дверь, вы посмотрите. Полностью резная дверь. Вот она просто потрясающая. Так, лот номер один. Какие-то утки, блядь. Хорошо, спасибо, я шуток не видел. И вот мне дали какой-то кормик и сказали кинуть в воду. Видели? Кракен, блядь, вылез какой-то. Да, это все рыба. Отлично видно рыбу вообще, то, что надо. Водичка светлая, светло-прозрачная, блядь, аж видно рыбку. Скупаться бы вот здесь, блядь, вообще. Кулочка такая, реально красивый. Бля, слышали, он какие-то? Давай, ебар! Брат, причесон у тебя, конечно, как у меня, блядь. Хорош. Смотрите, все калао и туканы живут по отдельности. Вот одна клетка, вот вторая, и все по отдельности, прикиньте, сидят. Почему? Потому что их нельзя держать вместе. Ну, они особики, шизофреники, психотики, короче, страшные ребята. Брат, а чё ты цвета как... Зачитаешь рэп? Хорош, хорош. Хорош. Ля, у братьев тут отдельная клетка с гнездами, тут целая ОПГ. Шо вы, пацаны? Ну, какие-то проблемки решают, вопросики перетирают, обкашливают, блядь. Ну, это сильные ребята. Брат, ты не треснешь меня клювом? Это вообще сильнейшие ребята. Стоп, нахуй! А шо ты тут забыл, алло? Петуша, ля, петушатина тут. А, причем два. Ну, естественно, два петуха. Брат, смотри. Видишь, типа травку тебе дают. А сам раз за бороду дернул, прикинь. Ладно, шутка хуйня, да? Давай. Красавцы, пацаны, красавцы, вот это ламбада. Охуеть! Вот это движ! Хорошенькие, да, сзади? 1000 юаней час. Берем. Здесь чуть подешевле, 800 юаней. Бля, снимать нельзя. Проблемы могут быть. И не то, что женщина подойдет ко мне и скажет, ты, нахуй ты снимаешь. А ребята, которые стоят за этими девочками. А я боюсь, пиздец. Нахуй оно мне надо сейчас, мафиози вот эти. Ты, посмотрел, плати! Слышите, вчера купил тайский шампунь на кокосовом масле. Мне сказали, ебать, укрепит волосы. А ну, посмотрите, крепкие. По-моему, конская сила, нахуй, да? Угу, крепчайшие, блядь. Помогает охуительно, рекомендую всем. Новостям. Мы все-таки едем на шоу трансвеститов. И едем с ребенком, прикиньте. Ну, ее просто некуда деть. Вот сейчас будет веселье. Вот шоу. Шоу трансформеров сейчас будет, прикиньте. У меня уже столько подозрений, что мне каждая здесь уже кажется трансформером, прикиньте. Я параноик, блядь. Сейчас начнется, сейчас подойдем поближе, ребята. Я хочу, чтобы мне членами прямо перед лицом трусили. Обожаю, блядь. Где? Сюда, да? Хорошо. А достанет член до меня? Ага, спасибо.
ребятки, это шоу закончилось, мой вердикт. Ну, где-то пельмени 6 из 10. Почему? Хореография полная хуйня. Если исключить декорации, свет и музыку, то, ну, прям шоу, давайте будем откровенными, шляпа. Трое, снимать постоянно не получалось, потому как сбоку стояла женщина, которая фонариком ебучим, стробоскопом прям светила в глаза. Ну, то есть съемка запрещена. Ну, и вишенкой на торте, как бы последней капелькой, было, когда на сцене прям два мужика засосались. И мы с ребенком, ну, мы просто вышли, покинули этот концерт. В пизду такие шоу. А, в общем, замечательно, замечательно. Единственный, кто вывез, это вот тот, который па-пам-пу-пам, па-пам-пу-пам. Вот он раскачал, сука, мне аж лучше бы он на меня сел. Короче, едем на острова, они называются Пхи-Пхи. Ну, кто их называет Фи-Фи, кто Пи-Пи, похуй вообще. И, короче, нас предупредили. А, развлекайтесь, гуляйте на островах, но смотрите, там все хочет вас убить. Начиная от насекомых, заканчивая морскими ежами, обезьянами, блять. Вас все будут пытаться укусить, поцарапать и убить. Охуеть, спасибо огромное, как раз не хватало этого. А еще говорит, мы вам выдаем ласты, но если вы потеряете хоть одну ласту, 3000 бат. Вы что, охуели? За 3000 бат я возьму 40 ласт в Китае, блять. Нихуя тут, ребята, ля. Припарковались, блять. Абрамович! А где Абрамович? Ребятки, ну что, вот это и есть Пи-Пи. Промышленный рыбацкий островок, который очень быстро облюбовали как местные жители, так и туристы. Очень понравился всем своими видами, красотой пейзажей, чистотой воды, лагуны прям такие бирюзовые. Красиво просто пиздец. Он очень быстро расстроился, уже очень много прям отелей, хорошего класса, ресторанов. Ну и все же, знаете, какая-то такая атмосфера дикая сохраняется. То есть это не тот шумный город, а более вот так вот. А, еще, кстати, закон чистоты. А при входе ты платишь таможенный сбор, налоговый какой-то сбор за чистоту этого острова. И плюс очень-очень здесь строго с выбрасыванием бумажек, бычков. Ну, тебе пизда, тебя просто съедят. На костре местные жители зажарят и съедят нахуй. Призываю вас к одному, творите добрые дела. Я вот купил кокосик и отдам кошечке. Пей, кошечка, кайфуй, жизнь одна. Так, а сейчас мы на острове обезьянок. Они привыкли, что лодки паркуются и постоянно их кормят, поэтому они сидят прям в ожидании, прикиньте. Как дела, братец? Ля, мать, у тебя вообще, ну, ты сделай операцию на грудь. А знаете, какая у меня идея? А если я возглавлю этих обезьян, сейчас как Тарзан? О-о-о-о! Прикинь, ля, одна побежала. Я знаю, что я делаю. Ебать, я умею на обезьяне разговаривать. Охуеть. А где Каа, Багира? Ну, Каа у меня, естественно, вы знаете где. Тот еще удав, блядь. Волка, дай ручку. Ну дай ручку. Ну дай ручку. In this lagoon was filmed the James Bond, right? Yeah, James Bond, yeah. James Bond снимался в этой лагуне, представляете? Охуеть, спасибо большое, так рад этой информации. Короче, сейчас мы подплываем к пещере викингов. Вот если вы посмотрите туда, экскурсии сейчас запрещены, но обычно они стоят около $3000. Почему так дорого? Потому что с тобой идут три гида. Это очень-очень опасно. И эта пещера полна летучих мышей. Прикиньте, я их боюсь просто до опьянения. Я не хочу вот этих проблем с ними, блядь. Дальше. Вот в этой лагуне снимался Джеймс Бонд. Представляете? И сейчас мы здесь будем нырять. Охуеть, представляете, на месте Джеймса Бонда я буду нырять. Девочки так счастливы. Настолько похуй на эту информацию, что здесь Джеймс Бонд снимался. Как и вам похуй на эти пещеры, которые я рассказываю. Всем на все похуй!
сожалению, видео не передаст всю эту красоту. Но вы посмотрите. Ой, блядь. Я сгорел, что сука. Бля, ходить не могу. Это все новости, спасибо. Маш, СПФ, они говорят, охуительно защитит. Нет, не защищает эта шляпа, блядь. Я полностью красный, аж, сука, пятнами. Единственное белое пятно, это жопа. Вон она, блядь. Вот, она белая. Все остальное, все сгорит, нахуй. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока.